И что же, всем привет, дорогие друзья. Мы с вами опять в игре Dead Space, прошлой серии. Мы с вами остались на том, что мы пришли вот сюда, после того, как мы надобыли следящее устройство и... Нет. Может мне это приготовить? Серия чуть-чуть, ну, не больше серия, а как бы до этого, по-моему, даже после этого сходил. После того, как я записал серию, то я сходил вот сюда, посмотрел, что здесь вообще есть. Но в данное время я вообще не понимаю. О, надо было как бы сюда опустить. Надо было там снаружи. Это что будет? Что это за чувство некоше? Слишком. Так, я... Процесс переработки планеты шел, как было запланировано, хотя мы потеряли на время контакта с колонной. Вот уже сейчас посмотрим, сколько я на него, мы сейчас не работаем. Так, следующий тест 5% перевал, 5% отменилось и 60%. Тут мы получили 65% минералов. У меня писано отменилось, и что стоит 6-5 тонн руды на каждые 10 тонн ворот. То есть это была не аномалия, но успеем настоящий строй. Не сокровищница, это смерть. Зона невесомости. Вот дерьмо.
всего лишь пару дней не было. Зона вакуума. Вот так вот. Чувствую то, что если бы не это, я бы не избежал этого дерьма, меня бы захреначило. Так, там еще где? Черт, это там снаружи что ли уничтожил? Е-мое, как так? Зона вакуума. Так, ну и где там? Я уже что-то написал. Ну ладно, сейчас записываю серию. Это меня как-то вообще не почему. Персонал должен покинуть отсек немедленно. Вот так вот, как я говорил. Ё-моё, я чуть только что не обосрался, если честно. От этого всего, то, что произошло. Я почти миссию выполнил. Да, ну, у меня просто начинает заново. Как так? Почему я? Так, и что? Мы тут все взлетаем. И пойдем макарить вот через эту... Зона невесомости. Да, все, одной нету. Еще вторая. Теперь вон там вот я попробую. Зона вакуума. Ну,
Ну. Предупреждение. Груз 8772 освобожден от захватов. Необученный персонал должен покинуть отсек немедленно. Как так-то? Блин, у меня 50 секунд осталось. Я так не смогу дышать. Е-мое. Зона нормального давления. О, все, я смог. Так, не зашибись. Я смог. Я все смог. Теперь нам куда? Теперь нам куда? Вот. Да. Вот экранчик, да. Нет, так мы обратно, да? Да. Кахерно. Зона гравитации. Все. Вот так вот нашпынякался. А вот это трудно платформа. Так, вот у меня тут.
РУС 8772 запущен. Маяк запущен. Все системы в норме, сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробую настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видел своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Сейчас будет закупиться аптечками, и если, конечно, надо запомнить оттуда, оттуда и посередине. Ты заранее надо сэкономить патроны на взрывательные штуки. Они более мощные, они с одного раза убивают этих черных. Сейчас их лутать. Деньги. Черт, вот мне уже и написали. Ну ладно, РУС 8772 запущен. Будет, наверное, короткая серия. Маяк запущен. Потому что. Все системы в норме, сигнал четкий и ясный. Мне уже. Будем надеяться, что его услышат. Попробую настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видел своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Обнаружена опасная аномалия. Отлично. Активирован режим. Я оставлю канал открытым, чтобы. Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Чуть-чуть. Я вздох. Ё-моё. Я был на грани. О, это уже лучше. Надеюсь, там снизу не будет тех, которые меня заставят ловить маслины. Я лучше прицелюсь. Ещё лучше сплавить. Ча
сейчас тогда прицелюсь. Ой, фу, кто прицелился? Закуплилась. Буду заканчивать серию. Да, 35 тысяч. У меня есть 30. И продать. Продать. Все. Вот он, наш костюм 4-го левела. Наконец-то я его накопил. Так, еще что можно продать. Ну все, тогда в принципе, мне больше нечего. Продавать. Но сейчас тогда попробуем воспользоваться багом, который тут работает с верстаком. Здесь, конечно же, хватит. То там, по-моему, был такой баг, если увеличить здоровье, но у меня не хватает. Ну ладно. Наверное, я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.